Детей должны воспитывать их родители, а не няни. Я в этом плане, возможно, старомоден, поэтому воспитанием непосредственно занимается мать детей. Она человек не любит лишнее внимание и всю эту светскую суету, но у нас нормальная полноценная семья по всем традициям, рассказал поп-король Филипп Киркоров. Надо отметить, что Киркоров и сам старается все свое свободное время проводить с детьми, а когда уезжает на гастроли, то постоянно им звонит. Мы очень много разговариваем с Мартином и Аллой Викторией. Она, кстати, несмотря на возраст, уже вовсю освоила современные технологии. Сама умеет звонить по скайпу. Да, я в течение дня часто звоню домой. Они скучают, конечно, когда меня долго нет, но понимают, что папа должен зарабатывать. Мои дочери и моя жена – лучшие, что есть в моей жизни, признался певец. Так что у Филиппа Киркорова есть тайная жена –